щоб ваші діти зацікавились і професійно займалися музикою, вміли відтворювати композиції великих класиків, а вона натомість каже, що це нудно і важко, як же її зацікавити? Це нам покажуть у дитячій музичній школі номер 2, у якій поставили казку «Королева Гам». Тож давайте подивимося, що з цього вийшло. Ця ідея виникла не просто так. Ірина Ставніченко, викладач музики, вирішила таким чином зацікавити дітей вивченням складних гам. Ну, дуже хотілося наших ребят заінтересувати грою гами, тому що вони вважають, що це дуже нудно, це не цікаво. На самом деле, це дуже полезно. І от хотілося немножечко їх окунути в мир сказки, заінтересувати і як-то, щоб вони по-другому взглянули на ці заняття. Підготовка до виступу йшла повним ходом. Діти від хвилювання не могли спокійно всидіти на місці. По-різному вони і відреагували на саму ідею постановки казки. Некоторые с энтузиазмом, некоторые с опаской, потому что это очень трудно, костюмы подобрать, роль играть. Они сразу зажглись, но когда мы начали работать, конечно, были трудности, и пришлось их преодолевать, в том числе с детьми. Але кожен відповідально підійшов до своєї ролі. Вони знайшли собі костюми і вивчили музичні композиції різних народів світу. Я сьогодні буду грати вальс, композитор його Любов Працюк. Тяжело ли було підготуватися к исполнению? Спочатку було дуже тяжело, але шаг за шагом все лучше і лучше. Сегодня я буду играть с Королевским оркестром. Буду играть джазовую пьесу Невина. Я сегодня королева гамма. Какую композицию исполняешь? Вспомин Оксаны Белоченко. Тяжело ли было подготовиться к исполнению? Очень трудно. Было много репетиций. І ось казка почалася. Зла чаклунка зачарувала музичне королівство. Тож для відновлення порядку прийшлося постаратися всім учасникам дійства. Діти розгадували загадки, грали необхідні гами, виконували різні завдання. Потім до королеви завітали гості з різних країн і представили свою музику. Хеппі-енд! Діти раділи, що нічого не забули, а батьки та організатори досягли мети – вселити в душі дітей любов до музичного мистецтва. Я собираюсь продолжать заниматься дальше музыкой и получить полное музыкальное образование. Музыка для меня – это самовыражение. Как бы это банально ни звучало, но музыка для меня – это все. Отже, друзі, ми продовжуємо нашу програму і прямо зараз готові представити ранкових гостей, яких ми анонсували ще з початку першої години. Викладач по класу фортепіано Ірина Ставніченко та викладач музично-теоретичних дисциплін Яна Богачова. Доброго ранку, вітаємо вас. Дякуємо, що зранку приділили нам час, завітали до студії, вже побачили невеличкий сюжет звіт з вашої роботи, поспілкувалися про те, що приємно працювати, коли є такі відгуки від дітей. Хотілося б спершу у вас запитати, як взагалі залучити дитину до музики і з якого віку варто це робити? Ну, я думаю, что с самого раннего возраста, уже с 3-4 лет можно начинать заниматься с детьми, и нужно даже, и, конечно, только через сказку и игру. Только так можно детей привлечь к занятиям, а занятия музыкой очень развивают детей, они очень полезны. И вот идея нашей сказки «Королева музыки» так и возникла, в принципе, чтобы как бы привлечь к серьезным занятиям, занятиям техникой, а дети не очень любят ежедневные занятия, особенно гаммы, упражнения. Вот. И возникла такая идея сочинить сказку «Королева гаммы» и через эту сказку попасть в эту фантазию. И причем у нас такая идея была большая, не просто чтобы дети смотрели эту сказку, а чтобы они были непосредственно зрители, ее участниками. Ну и, соответственно, такой интерактив со зрителем. помогали освобождать королевство от злой волшебницы, отвечая на всякие всевозможные вопросы, открывая волшебные двери. Я думаю, что у нас это получилось. Получилось, потому что отзывы от детей хорошие, от зрителей тоже. И самое главное, они с Королевским оркестром. Что это за Королевский оркестр, рассказывайте. Ну, у нас в этом году впервые как бы появилась возможность. У нас много струнников, с которыми удалось создать оркестр. И получается, что это был дебют, они впервые это произведение исполняли, и, конечно же, так как они были на балу королевы гаммы, конечно же, это королевский оркестр, и я думаю, что это название останется и в дальнейшем.
что будет у нас в школе королевский оркестр. Отлично, да. А по поводу детей, как охотно они занимаются и как, из чего состоит их программа занятий? Ну, по-разному, скажем так. Сейчас, слава богу, к нам приводят вот маленьких детей. Угу. Труднее, когда приходят сами или приводят взрослых, потому что, ну, там уже сложившаяся личность, угу. трудно уже с техникой это движение рук раскрепостить, очень сложно. Когда приводят к нам маленькие, мы с ними делаем уже все, что надо. Это пластилин, который еще можно лепить? Да, из которого можно лепить. Даже очень хорошо, когда приводят до общеобразовательной школы. Угу, потому так. что в общеобразовательной школе трудновато им сразу, и идет такой негатив к обучению, когда угу. они приходят, не умеют читать, писать, и все вот в игровой форме, вот эти все шарики, мы там ручки ставим, летаем, все, и нет этого негатива, и потом угу. эти дети с удовольствием к нам приходят, сами идеи рассказывают, хотят участвовать, выступать, нет страха. А вот эти малыши, которых приводят еще до общеобразовательной школы, я так понимаю, что для них отдельная группа, отдельная программа, и когда формируются эти группы из детей? Ну, у нас есть как бы по правилам приемные дни, когда мы объявления там делаем, угу. родители приходят, и мы уже в соответствии с того, сколько желающих есть, угу. конечно же, перед началом учебного года формируем группы по возрасту, по классам, какие у нас отделы, и, по, естественно, по желанию родителей. Вот как раз по отделам можем и пройтись в плане того, в каких направлениях могут развиваться дети. Ну, в наше время, конечно, очень много разных возможностей. Угу. Кроме того, что мы можем заниматься с ними индивидуально на разных музыкальных инструментах, у нас сейчас предлагаются как бы групповые занятия. Это даже вот как бы актерское мастерство. Мы пытаемся угу. в нашей школе открыть группу новую. Я думаю, что нам в следующем году это удастся. И вот хор, ансамбль, вот как раз такие групповые, где угу. они... мало того, что сами занимаются, они смотрят, как это делают другие, идет какое-то такое обоюдное взаимопонимание и обмен опытом угу. и своими творческими идеями. А по поводу тех объявлений, о которых мы говорили, как и где их родителям, которые, возможно, сейчас заинтересовались, где их можно найти, чтобы своего ребенка привести и обучать музыке? Ну, есть группы в социальных сетях нашей музыкальной школы, и там обычно мы как бы освещаем все новости. Uh-huh. Планируем, что будет и сайт школы, как бы пока еще в разработке. Растут те еще, кто будет делать сайт и помогут школе, да. Помогать будут обязательно. Да, не успеваем просто и за сказками, и за концертами. Разместим свои объявления по ближайшим школам, детским садикам. Вообще у нас в музыкальной школе работает детская филармония уже 15 лет, как работает. То есть мы имеем подшефные школы. Это 34-я, 59-я, 7-я, 15-я. И мы приглашаем детей на наши концерты, сами mm-hmm. с концертами к ним ездим. И, соответственно, что там же мы как бы набор ищем себе свою ищем аудиторию, свою да? аудиторию, да, и приглашаем к нам обучаться детей. То есть инструменты у нас практически все музыкальные. А по возрасту мы сказали, что минимально это можно от еще до школы, с 3-4 лет. А максимально, ну, как придут взрослые. В принципе, уже у нас даже, есть и десятиклассники приходят, поступают. Да, по-разному. И сидели с первым классом, у меня взрослые, да. Отлично. Да, и даже взрослые у нас бывали. И мы до сих пор как бы от некоторых избавиться не можем. Им так понравилось, что не все отделы уже остаются у нас, да. И обучаются на разных других инструментах. То есть можно переходить с одного на второе, обучаться, скажем так, всю жизнь. Можно, да. Так, в принципе, некоторые у нас взрослые приходили, даже очень взрослые, для оздоровления, особенно струнные инструменты. Да, как терапию. Кто-то там, появились какие-то идеи, музыку услышали, но не умеют записать, вот пришли как бы обучаться композиции, угу. нотной грамоте. Так вот что, так, музыка нужна всегда, и хочется всегда ею заниматься и ее слушать. Ну что ж, я вас поздравляю, во-первых, с сегодняшним днем, днем музыки, потому что вы те люди, которые в массы эту культуру несут, и, как видим, дети просто в восторге от этой работы. Я вам желаю творческих вдохновений и новых высот, которые вы будете достигать вместе со своими учениками, которые будут потом так гордо говорить, что я хочу продолжить обучаться музыке. Спасибо моим учителям. Спасибо вам большое за то, что сегодня к нам пришли. Я нагадую еще раз, что сьогодні стосовно привиття любові до музики спілкувалися із викладачем по класу фортепіано Іриною Станюченко та викладачем музично-теоретичних дисциплін Яною Богачовою.